Так, всем привет, это Шахматный Феникс. И сегодня наш администратор, легендарный радостный игрок Петя Андреев кинул вызов одному из самых молодых и перспективных шахматистов группы, Вову Михайловскому. Прошу заметить то, что рейтинги у них абсолютно одинаковые. Вообще не собирался так ходить. Пункт. И давайте мы запишем запись до... Ну, до скольки? До 5 очков? Вас устроит? Ну, можно. Люди вообще не хотят комментировать свои убогие партийки. А у Пети дровишки просто образовались. Прошу заметить то, что мы смотрим это видео от экрана Вовы, то есть белыми играет Вова. Чески выключу. Нет. Фига, Петя хитрый. И, по-моему, черные начинают реализовывать свой перевес в возрасте. Ясно. Интересный ход G5. Вова задумался. Все, я ставлю в этой партии на победу Пети. Побить слон на H5. Так, упала пешка на G5. Да. А может быть это и хорошо, король F7. Вот это уже нехорошо. Да ладно. Так, ну мы пока открываем тотализатор. Ладья F7 приходится играть, ставим ставки. А вот нет. Ух ты. Жертва. Это не жертва. Но не жертва, но интересный удар тактический. Который проигрывает, судя по всему. Почему проигрывает? Слон H8? Слон H8, отличный ход. Слон F8. Слон H8, 5. Первая линия Гудини. Ну давай. Ну сыграй уже как-нибудь. Петя задумался над неочевидным ходом. Сложнейшие варианты. Да, задумался над очевидно самым тяжелым ходом в его истории. Как шахматного гения. Вот так вот. Слон G6. Простому. Так, ну а что у нас по материалу? Два супер активных слона, у которых на двоих 5 клеток. Супер активные, да, по-любому. Против отличного короля на H1. И все-таки я все равно ставлю на Петю, учитывая его возрастной перевес. Перевес в развитии. Да, но ты должен был выиграть. Чего? Она по-любому должен был выиграть. Ну, просто он такой неудачник по жизни. Батарея по линии Е. Так, это тактика. Ладно, у меня ферзь скачил, то есть B6. 1-0, поехали. Ты на 5 хотел? Я хотел вообще не ходить. Это как? Итак. Я не знаю, я ничего не делал, он взял на B6 стол. Магическим образом, да? Молодой шахматист одержал первую победу в этом дружеском матче. Случайно. И, по-моему, Петя боится бросить вызов. Я смотрю, где ошибся. А, у нас же еще идет анализ партий. Вот Петя ничего не анализирует, он уже просто готов нажать на кнопку «Принять вызов». Вова. Что ты меня не вызвал, Вова? Ладно. Теперь вот ищи его. А вот. Итак, теперь Петя играет белыми, и будет радостная игра. Е4. Ну радостно, ну ладно. Господи. Ой, здесь это гамбит Афанасьева. Сам в шоке. Гамбит Афанасьева. Первый раз сыграю, наверное. Ладно. Ну, здесь Петя просто силен в теоретических вариантах. Так, вот видите, которых нету. Слон c4, слон e2 это тонкий маневр. Основанный на глубоком анализе. То есть Гудини стоял всю ночь на работе
И видимо... И сломался. Не зря. Так, ну пока радостных шахмат я не вижу. Никто их не видит. Ну вот и белые поймали белопольника, вынудили его поменять. И... А вот нет. Ух ты. А вот держите, ребята. Не хочет. Петя активный шахматист, он не меняет фигуры, напоминаю вам. Один из талантливейших игроков нашей группы. Мира. По-любому. Опять влетает. Хоть и сталкивается с проблемами. Но D4. Вот чем хорош гамбит, всегда можно скинуть пешку. И выжить. Так, ну здесь... Никто же не будет бить эту пешку. Ух ты, ничего. Я ошибался. Бездарная игра. Ну слона на e3 поставь, все у тебя будет нормально. Ладья b1. Ой-ой-ой, ладья b1. Блин, да что ж такое? Хорош. Играть комментировать. Так, ну у нас что? У нас получилось без качества. Бывает. Без качества и без пешки. 0-2. Да. Я, кажется, начинаю понимать Петю. А, как бы это сказать, это человек просто, ну, дает фору молодым шахматистам. Ну, да. 4-0 и дальше вот начнет играть. Все, короче, опять не то делаю. О боже. Так, вот ферзь b6, к сожалению, не найдено. Отличный ход. Судя по первой партии. Великолепно. Все, белые. Белые сейчас загнутся. Да. Нет, с другой стороны, их идея проста. То есть, надвинуть пешки и дать мат. Реализовать, так сказать, преимущество в возрасте. Вот h5. Конь g5. Ну так. Ну, что-то вот... я хочу, но сам не знаю чего. Пока. Ой. Как больно. Ой. На Е2 ты его не очень хочет вести. Да. Проблем. А, так. Как-то что. Ну так что, ребята, будет у нас интрига в матче или нет? Нет. Нет, я все-таки верю. Я верю в Петю. Да я тоже начал верить уже. Чуть. Конь Е2 не очень хочется играть. Нельзя так играть, видимо. Не знаю, давай так, что. Мы же радостные шахматисты. Ну-ка. Ферзь d6. О, дешевый. Так, тут... Я бы пошел слон h6, конечно. Хороший ход. Нет, я не вижу, чем он плох. Ну, конь на d7, ну и что? Там может два хода. Ну, здесь, судя по всему, я должен быстро отбить атаку и выиграть. Или не отбить атаку и проиграть, что меня больше устраивает. Да. Не, ну 0-3 это будет, конечно, камбэк. Не, ну здесь уже, думаю, минус 5 где-то. Оценка компьютера. Ну это компьютер. А играешь-то ты. Вот а сейчас. Я надеюсь. 100 баллов в первой линии компьютер. Конь h6. Может, смешно. Вот проигрывает. Ну, не сразу, но там конь e6, как минимум. Конь e6 я вижу. Ну, Кирилл а предлагает... Что здесь ничего не грозит. Да ладно. Да. Ну, так. Съел. Да господи. Что смеетесь? 100 удара, так ты шаг просит. Надо играть ферзь b4. Че ты берешь эти ходы? Вов, ты понял, да, за головой болею? Даже. Ферзь b4, отличное отвлечение. Когда ты увидел счет 2-0, ты понял, за кого болеть нужно. Так, ну мне кажется, тут мат должен быть. Нет? Поищи. Да нет, коняшка хорошо стоит, мушить.
Так. Так. Ух ты. Не проходит. Печально. Ну, Петя должен срубить флаг. У него отличный тачпад. Что ж, все идет и идет куда? Отвлечение. Блин. Какая-то хрень какая-то. Король А6. Солнце 4 мощный ход был, правда? И херц Д6. Да, не знаю, тяжело. По-любому я пробую играю. А, ну, концентрация экрана, да. По-любому это было некорректно. Че, все уже, что ли? Ну, это все. Ну, да. А, ну да. Как так? Все же вообще выиграно было. 3-0. Ладно, все же. 3-0, поехали. Куда? Не знаю, слева. Это корректная жертва коня. Рейтингу Михайловскому 2700. Это корректная жертва коня? Да. Нет, конечно. Да, корректно. Вот Вова радостный шахматист. Но я все равно вижу. Все равно вижу в Пете потенциал. Остатки от Гетмана. А главное, что делать не надо. Ферзь Е7, ладья Б8 какой-то. По первой линии, что ли? Да, конь Е6 вообще должен был понять. Ладно, шанс. Ладно, мы ждем четвертую партию. Давай. Теперь Петя будет играть белыми. Стоп, сейчас, секундочку. 4-0. Так, Гудини там подключить, да, забыл? Наоборот, выключить. Своими силами думаешь интереснее? Ну давай Е5, радостный ответ. Так. Так Е6 здесь надо играть. Во, ничего не знает, не понимаешь. Ну, действительно, сам в шоке. Ну, Е6 же есть такой. Ну, может, и есть. Не есть? Да Дима Анисимов вроде делал какие-то ролики. Да я вообще теорию не знаю. Я просто так играю. А, так. Что мне теперь делать? Герман сейчас полегче. Кто это? Это мой знакомый. Да, он очень грамотный тоже, видимо, ну, лет 15 в 7 классе. Нет, ему 11. Это не твоя сестра? По-любому. Он в одной шахматной группе со мной. И что это? И зачем это? И куда это? Какая-то жуть началась здесь. Нормально. Так, я без пешки, да? Пешки. Кому не нужно здесь? Вишанан ты очень любит. Это я зря сделал. Вишанан ты не любит. Так, ну что, будет жертва качества от Пети Андреева? Луминосная игра от Лови Полоскуни. Это скорее жбанное. Какой я давай, вижу? Ты же радостный шахматист, бей на G7, короче. На G7? Да. Почему нет? Ну, бей. Конь умрет тогда. Ты не умрет, он конь E6, он возвращается вообще без проблем. Ну там CD неприятное. Пятнис. Воу. Вот. Держите. Я боюсь. Креативный подход. Стиль Кирилла. Он не молчит. Что мне делать? Сдаваться. Окей. Серьезно? 3-1. Все, спасибо. Ты был близок. Ой, мне ферзь там псих. Кстати. Можно? Нет. Конь C3. Мне как-то вот серьезно хочется. Ладно. Я чуть-чуть поиграю. Не, ну больно.
Да. Похоже на 3-1, ребят. Да, нет, пешка лишняя только. Еще и раз играть. Ну, как лишняя? Как играть и играть? Ну, ладно. Две. Так, фигуры не меняем. Да как-то. Это все знаем. Вот это радость. Валим. Только не в штаны. Вот это вот. Да ладно. Почему зря? Не знаю. Мне это не нравится. Герман Чес покинул нас. Ну и... Надо быстрее. Ух ты, ух ты, что я вижу. А, нет, ничего не вижу. Я попрошу. Конь Е4? Нет. Что? Это слишком мощно. Мне такого не поднять. Все, сейчас конь встанет на Б5. А, там шах. Печально. Что делать? Сдаваться. Давай сюда. Пока. Ух ты, мне мат хотят поставить. Да. Это неприятно. А где тут мат? А, ух ты. На Б7 в конце варианта же печально. Что ты там насчитал? Там ферзь А7, ферзь А8, ферзь Б7. Ну и что? Не знаю. Хотим где-то на С8 шахануть, да? Ладно, учтем. Спасибо. Флажок. Да, времечко поджимает. Так, а теперь, ой-ой-ой. Ой-ёх. Ладно, я зевну молодого хода, я круто. Yes! 3-1, ребята. Может сдаваться, поскольку психологическая инициатива на стороне Пети. Так. Он переломил ход матч, теперь у меня 4 подряд выиграть, короче. Ну, опять со самым дебютом. Ну, ладно. 3-1, вы верите в интригу? Я жуков здесь надо наказывать. Уже даже я поверил. Интрига, ребята. В шахматах самое главное — это интрига. Борьба. Сейчас я поменяю стратегию. Да? Сам лезет. Ну ладно. Он неудобно для меня разыгрывает. Я знаю. Я готовился всю ночь специально. Нет, весь день. Или чего это? Ух ты. Куда ты лезешь-то? Это ж плохо. Да, согласен. Я здесь обычно никогда не проигрываю. Не знаю, я здесь обычно всегда проигрываю. Чё там? Сошлись. Водайка. Так же нельзя открывать линию. Пофиг. Кони в 6. Мощь. Разнос пошел. Да. Хочешь мат поставить? Ну ладно. Серьезно? Какой мат, ты о чем? Я ничего не делал? Хорошо. Конечно. Пока нет, пока мне везет. Слон и в 5. Хороший ход. Хороший ход. Петя, почему-то все время меньше времени. Да почему меньше? Потому что быстрее игра. Чуть-чуть. Пойдем. Блин, черт здесь. Мне томат поставят? Интересно. Мне тоже. Проверить? Да. А, там ему нельзя будет, хорошо. Ой, ёлоп. Привет. Да. Привет. Пока. А, фу. Фу, я уж испугался. Да, действительно было страшно. Момент. Я вижу интересный удар. Но я не скажу никому про него. Да. Этот удар был ход король G8. Судей король H7. Хороший удар. А чё плохого? Не знаю. Я и говорю, хороший удар. Так, теперь просто мощнейший. На серьезно хотят мол поставить просто. Мощнейший чернопольник на F5. Белопольник на F5. Король G8, да, план работает. Какой план? Король G8, король H7. Он как камень. Ух ты, что я вижу.
Интересно. Я вот вижу то, что у тебя времени меньше. Ну так пофиг, еще много. Ладно, давай пока. Нет. Боюсь. Давай еще. Блин. А, там молодеца триггеры. Ем. Плюс пешек нету черных, но. Ладно. Ставят практические проблемы. Вот так вот. Да сам не ждал. Так, так она ферзь А3. Молодец, 3. Да, и все зерно. Ой, похоже 3-2, ребята. Нет, тут-то как раз. Я как ни странно держусь на каких-то соплях. Ферзь А3 сразу выиграл, по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Ну что ж, погнали, контр-игрушка. Ничего. Ищу мат. Блин, я стараюсь шиховать. Блин. Мат тут есть, нет? Мат тут есть, нет? Мат тут есть? Да, мог потратить время и посчитать. Да если что, вы еще шаг поставили, даже на 2 секундах. Да ничего здесь. Так, 3.5 на 1.5, похоже. Ну ладно, черный ничейка, белая редко. Так, да, интересная партия была на самом деле. Действительно. Да и вообще хороший уровень наши ребята демонстрируют. Кстати, перевес вот. Не, конечно, в кабаке они больше раскрываются. После основного счета перевес. Потому что граница у нас 6. Единица плюс единица плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2. А теперь все 3 сразу маты. Руби 2 все равно. Ладья 2 уже. Нет, кстати, сразу маты не было, как ни странно. Нет. А, там мат сразу. Пипец. Я бомж. Ферзь А3. Да. Грусть. Да, а. Пет, ну ты должен был брать очки, на самом деле, я считаю, сейчас. Да. Ну что, а теперь нужно брать очки белыми. Ну да. Вова, ну сыграй так, Е5. Ладно. Хорошо. Отлично. О, ты сыграл. Е5, Ф5, Д5. Хорошо. Коин С6. Гамбит Хэллоуин. Ой, ой. Ой-ой-ой. Пошла жесть. Ну, опа. Сам в шоке. Ты встречал такой вариант? Нет. Я что-то, я эту фигню вообще не знаю и не хочу с этим связываться. Давай раньше клёк. Поэтому будет позиция команд менять людей. Ну, мне кажется, у белых ну, большой получится. Перевес. Небольшой. Смотри, они сейчас играют слон F4. Ну, или так. Пойдут 3-0. И чё? И чё? И чё? Отойди от пешку на E4. Можно попробовать пешку отвести. Действительно. Путем с хуком. Каким путем? Черной магией. И опять Петя. Белый. Скорее белой магией. Да, в данной партии это белая магия. Да. Ладно. Так, может, я пешку отъем? Нет. Нет. А может, все-таки да? Ну, может, да. А почему не побить свои айтлон G3? Ну, Е3, нормально. Е3 поменялся просто. Ну, может быть. Сейчас посмотрим. По ситуации. Да, меня... бей на Е3, мне очень нравится. Ой-ой-ой. А чё не F4 просто, не знаю. Ой, каких-то не надо. А, ясно. Хорошо. Интересно. Все равно пешка на два упала. Ну, походу. Причем два раза. Так, что у нас по материалу-то вышло? Ничья равенство будет. Да. Еще одна ничья. Ну, меня устраивает. Так, слон не пять. Ни одно очко останется против 3. Ну, слон не 5. Слон не 5 был, не был. Ноги. Ой-ой-ой. А, ясно. Пора отойти обратно. Опа. Ой, не опа. Нихера не опа. Ой, а вот здесь уже... Чё я сделал? Здесь уже, похоже, не ничья. Чё я здесь сделал, твою мать? Иди сюда. Иди не, сюда. Ну... А, пешка. А, нет, у меня пешки. Печально. Не, ну шансы есть спастись. Неожиданно. Ладья G5.
И что? Шкиду. И что? Король D1. И что? Ох ты. Ой. Ой-ой. Король Е2? А, ну король Е2, кстати, хороший ход был. Ну, походу, неожиданно. Молодежь в Эншпиле действительно плохо играет. Так, а что это за ход? Пешку зевнул. Нет, ты отъел на c2. Ой. А там нельзя ее есть, потому что ладья c8. Да я уже помню. Это печально. Ну ладно, 100 шах. Шах. Съел. А, это все что? Да. Итак. Покатаем. У Пети мало времени. А, действительно. Не настолько мало. Че, реально это катать? Да. Мы все катаем. Так, видим. Ну. Окей. Итак, интрига, ребята. С молодежью наши, как говорится. Да. Почему? 2.5 на 3.5. Какой у нас матч напряженный. Да. Вот, все, Петя, ты нашел. Ой, я бил на ура. Прочувствовал, да, Петя? Все, сейчас пойду я 5. Ух ты, ух ты. Блин, придется полить свои наработки. Не, иди нафиг, сын. Не буду я это играть, бил мне. А ты что хотел? Думаешь, там все знаешь, я сейчас сыграю. Я думал, хрон. Да, думаешь, ты там все знаешь, сейчас сыграю, я по-любому ты меня кого вынесешь. Да. Берлин. Или что это такое? Ты 4 коня дидя шотландки. Херня, короче, какая-то у вас. Очередная. Мутная. Все потому, что Вова не побил на Е5 и не получилось нормальной партии. Нормальная получилась, в отличие от того. Нет, здесь играть. Ничего не знаю. Вот это неприятно. Уже 5 получил. У меня здесь анализы тренером, гроссмейстером. Причем серьезно. Да, зря сюда пошел. Чедаев. Слушай, а может быть пора играть d5? Ну, здесь Чедаев можно... Николай 2600, которого с Карлсоном 1-1 счет. Ладно. Ух ты. Вот все тяжки пошел. Да, это действительно. Попахивает 4.5. Король g7. Ну, здесь анализов нет. Сюда. Конь h5. Согласен. Вообще пахнет жареным, по-моему. Не, ну страшно с одной стороны, но не такой же степени. С другой стороны. Не знаю. С другой стороны не страшно. Иншпилёк катать, не знаю. Катать иншпилёк нет. Как ты думаешь? Катать. С лишней пешкой. Иншпилёк катать. Не хочу. Нет, не хочу. Ну нафиг. Шах. Пока что. Ну и давай сюда. Ладья g8. Хороший ход. Чем? Не знаю. Когда же белые пойдут e6? Сюда? Какой e6? Куда? Зачем с ним e6 там просто? А, ты перестал за меня болеть, да? Да, да, да. Спасибо. Я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На. Накинул. Нет там ничего, Петь, не слушай его. Чего резко начал заехать, да? Ты даже видишь, что я занес. Ну и что, нет там ничего? Да, мозг выходит. Ну, тогда какой тач. Чего у нас вышло? Качество? Без качества. Качество это не страшно. Ну, короля посмотри. Так. Оба некомфортно себя чувствуют. Ты же не знаю, мне вполне комфортно. Моему королю. Ой, подверзь d3. Ну, отойду. Ну, да, моему ход. Ладья d8. Это не самый лучший ход был. Как мне кажется.
Ну, пока пешку съедим. Неожиданно. Так, пока вроде усилим. Не, ну тут все. Ферзь еще должен... одинок нет ученых. Ферзь должен стремиться на G4. Чей? Белый. Тут подсказка тонкая. Так. Вот видишь? Давай. Ты начинаешь учиться играть шахматы. Блин, твою дивизию. Здорово. Что я сделал? Так, прямо. Я просто занес он. Ладно, придется флаг выбить. Как это не грустно. Ферзь G6. Ух ты. Сюда. Извини, Петя, но я случайно дал вообще. То фигня. А как пешник? А пешник-то у меня лучше. А. Вот такие хитрые, да? Может, ничеечка? 4-3 достойно. Ничейка. Ай. Прямо. Ай, как больно. Придется флаг убить, серьезно. Я не хотел этого, честно. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это хорош. 3,5 на 3,5. Ребята, а вы верили в камбэк Пети? Ну ладно, да, несчастная победа немножко. Я вообще не видел, что 55-0, думаю, ничего, сейчас форсирую. Ну, это скорее, это нормальная победа, мне такое видно. Победа честная. Просто я занес, и у меня неожиданно сходил. Я на анализы попал. Тем более я не умею играть, я думал, тоже ничего не знаю. Нет, ну, интересный. Я вот в этот момент я был уверен, что он пойдет хотя же 8. Я ладей 8 занес. И... Смотри. И случайно отпустил, короче. Ты мат стоял, походу. Я? Да. Какой номер? После F6? Ну, 14. Конь G3 после F6. Конь G3. Надо по ферзь 2 играть. После конь G3 ферзь 2? Ферзь D2, да. Я не могу на F6 защитить. Да. Херась. Твоя бомж-то. Ну, это хрен надежда. Твоём. Ладно. А потом, кстати, уже равенство показывает. Я где-то... Принимай давай, все, катаем. Все, 8. Осталось мне одну сейчас ячейку черную надо сушить, и выйдет, все. Нормально будет. 3,5. А в случае 5-5 еще что будет? 5-5 не будет. Я ну, не верю. Ну, скажем, 3 ничьи сейчас. Или по одной победе и ячейка. Конь C3. Ой-ой. Че ну, такое? Слушаем. Русскую пошел. Слушаем. Играем в радостном шахматы. Чересчур. Да. Шумя в русском. Теория. Чистая. Так. Пошел же 4. Ух ты. Вот сюда. Пошел. Сразу мне встретить какой-то. Сюда. Тут у черных чуть получше. Так, сказал Бог. Я серьезно, я это анализировал еще долго назад. И играл много раз. На телефоне? Причем тут телефон? Так, давай сюда. Чтобы он надо закончить быстрее. Стоп, а это не зевок. А, нет. Вот там. Стоп, это же зевок. А нет, не зевок. Мне показалось, что это неприятно. Тебе показалось? Вот именно. Не хочу все-таки на 6 давать жертвовать, но не надо с этим связываться. Там было не страшно, тут уже как-то может быть вдруг что-то. У меня хоть в одной партии было меньше времени? Нет. Так. Отлично, у меня хороший слон против плохого. Не думаю, что мы слон настолько плохо, что говорить его на слух. Так, Вова, блин, сушил. Да меня черный меня сейчас не часа на то. И потом белый не катаем. Мне белый моей позиции нравится. Я усвоил то, что с минуты форы не надо заносить фигуры.
Даже белые пойдут, это 4. Сюда? А, сюда? Ну пусть ходит. И сюда что? Так. Ну что ж, съели. Надо как-то фигуры белым перестраивать. Они уродливы. Действительно. И ученых лишняя пешка. Две. Да, две. А, нет. Одна. Не две. Печально. Ну, тут вперед. Орешки. Вперед. А, нет пешек. Печально. Больше нет лишних пешек. Да. Или есть. Ту как-то можешь спасти? Давай-ка спасем, давайте. Ладья D5. Ладья D5. А на чем он думает? Он думает, как уронить флаг. Альтернатив не вижу. А, ух ты! Вот это тонко сыграно. То есть сюда что? Блин, ну что вы, ботик? Еще. Да, 3,5 на 4,5 было. Ну что ж, мне надо белыми отсушить. Не, ну я не такой шахматист. Катаем. Ну, не знаю, намеренно. Никита теперь надеется на 5-5, да? Ой, похоже, Кирилл. Да, нет, я верю в 4,5 на 4,5. Мне нравится. Он 5. А, понял. Тебе Е5 грозит просто постоянно. Ладно. Петя так хитро там. А, ух ты, ух ты. Что ж. Б5. Катаем. Атака, атака. Ой. Может, конь Е5 зарядить? Петь, как ты к этому относишься? Мне 5 положительно, я не вижу зачем. Я тоже не вижу. А там, там хоть D3 будет, да, не надо, согласен. Хорошо. А, не надо. Стоп. Стоп. Я стою ферзем с ним. Ну, ферзем нормально. Так, 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 так. Ладно, радостный шахматист. Радостный шахматист. На всех насрать. Фигура за инициативу. Мощнейшая. Я мог бы, конечно, отсушить и просто выиграть матч, но я радостный шахматист. Да не мог что матч выиграть. Че ты не сделал? Тебе фору дали плюс 3. А, действительно, я забыл. Что бы это? На основе чего ты это говоришь? Так. Так, отходи. Все, подвязали. Напрягай. Так. Вообще. Да. Ой! Что? Ты что, вернул? Я не вижу. А, слушай, 7-0. Да господи, я же все время не хотел этим конем ходить, не ходил. Блин. Больно. Нормально. Для Пети становится как-то неприятно. Нормально. Нормально. Ну, себе нормально. Мне тоже нормально. Угу. Так, а если сюда? Могу меняться, короче. Давай меняться. Получил. Да, немножко интересно. Чёрт. Так. Так. Блин, я же лучше играю, почему? С чего ты взял, что я лучше играешь? У меня рейтинг Фили по Блиц уже 100 пунктов больше, чем у тебя. Разговариваешь, плохо играю. Так. Ладно, он так не будет. Съел. Так не будет, конечно. Съел. Так. Надо бить на F4 было. На F4? Зачем?
там деться, в конце, там плохо, наверное, не знаю. Так, ладья d6, хороший ход? Отлично. Ну, раз отличный, то ладно. Ну и как так просто? Пять с половиной на три с половиной. Матч закончен. Блин, вот слон 4, что вообще за параноя?